Привет, друзья! Еду лечить зубы. Много людей меня спрашивало, сколько стоит в Америке лечить зубы. Никакой страховки нет у меня, dental insurance, то есть зубной страховки нет. То есть просто будем платить за все, что будет сделано, придется заплатить сразу. Одна маленькая пломба стоит $80. Осмотр, обычная консультация бесплатно. Чистка, снимки рентгеновские, чтобы посмотреть, что там происходит внутри зубов, да, стоит $80. То есть осмотр, чистка $80. Пломба маленькая 80, если большая, не знаю, там бывает, может, 100-150. Сейчас предлагают услугу такую, если большая часть зуба повреждена, уже предлагают поставить коронку, чтобы не мучиться с появляющимися новыми дырками, кариесом, чтобы не ставить постоянно пломбы. Если уже зуб мертвый, например, у меня два таких зуба есть, где уже рут-канал, где, то есть канал, корневой канал запломбирован, там уже нет нерва. То есть на такой зуб можно не делать пломбы, не наращивать его, можно поставить керамическую коронку, которая, она не затрагивает ни десну, ни соседние зубы. Ну, так мне обещают, во всяком случае, посмотрим сегодня. Вот, такая коронка стоит $700. То есть сейчас я еду делать 3 пломбы по 80 и $700 коронку. В принципе, цены вроде не маленькие, но если взять, наверное, средняя зарплата здесь, не знаю, ну $150 в день, например, люди получают. То есть, в принципе, за неделю или чуть больше можно заработать на то, чтобы сделать себе зубы, то есть чтобы можно позволить себе заплатить там, не знаю, $900 за лечение. Раз в полгода обычно люди ходят на плановый осмотр, чистку, за это платят $80. Но это все без страховки, то есть это вот любой человек приехал, там, не знаю, турист, хоть кто, то есть страховку себе не делаешь, приехал, например, туристом, где-то там можешь подрабатывать, заработать какие-то деньги. Все это неофициально, конечно. Любой человек без страховки может просто пойти полечить зубы вот по таким ценам. $80 осмотр, чистка, $80 маленькие пломбы, установление коронки, то есть это не трогать корневой канал, не удалять нерв, не удалять зуб, не вкручивать там никакие штифты, никакого протезирования, то есть просто поставить, обточить зуб и поставить коронку. Такая коронка $700. Это обещают, что она надежная, керамическая, красивая, хорошая, но по местным ценам даже как бы не дешевая. Там есть какой-то более дешевый материал, но предлагают лучше установить дорогую сразу. Съезжу, посмотрю, как все это выглядит, проверю на себе. Надеюсь, дай бог, все будет хорошо. Потом расскажу.